должен быть очень и очень интересным, и очень зрелищным. Okay. Good luck, good fight. Okay. Смотреть первый раунд. Денис Левша, вы все это прекрасно знаете. Такая пушка у него в левой перчатке. Очень мощный удар. Вот редко такое приходится встретить на боксерских поединках. На футболе мы уже привыкли к барабанам. Но вот, насколько хватит этих парней забивать нам силу ударов. Будьте уверены, хватит. Идет борьба характеров, кто кому навяжет. Тактика ведения боя, проведение. Денис да. Поддавливает. Денису надо выйти на более близкую дистанцию, да, сократить ее. Ну, и вон поляка нужно поставить канатом спиной. Когда канаты будут за спиной, да, он будет бросаться. Да, и надо его лишить вот этой свободы передвижения. Да. Как говорят боксеры, обрезать углы. Денис делает это искусно. Очень тонко чувствует. Вот это вот первая победа Дениса. Поляк пошел от него. Да, пошел назад. Стал, в начале на первом стал упираться. Но вот Денис навязал ему свою манеру. Мои впечатления вот до боя от общения с Каладзе, что все-таки у него некоторая неуверенность такого психологического плана есть. Немножко вот даже не столько титулы, сколько то, что он знает о своем сопернике, на него действует. Конечно, психологический барьер у него тоже есть у каждого боксера. Видите, он осторожничает, очень мало бросает левой рукой, чтобы Денис не привык к его джебу. Да. И вот это первый раунд разведывательный. Очень хорошо. Денис сейчас молодец. Если он заставит его двигаться в правую сторону польского боксера, это будет уже еще одна, как говорится, маленькая микропобеда. Ну, поляку надо все время заходить, да, за переднюю ногу. Конечно, туда, да. Вот. Ну, собственно, это то, что должен любой боксер с левшой делать. Любой, да, боксер с левшей должен делать. Но Денис должен заставить его, вот, обрезать ему угол в правую сторону. Вот это движение вправо. Да. Движение по часовой стороне. Да. Последние 10 секунд первого раунда. Видите, польский боксер не обостряется. Критерием в оценке победы в раунде, естественно, это удары. Удары, дошедшие до цели, чистые удары. И вторым критерием для боковых судей является активность навязывания борьбы, пояс борьбы. Тот боксер, кто идет вперед, тот уже выигрывает. Ну да, даже визуально. Если ударов не было. Даже ударов не было. Да, навязывает свою волю. Денис это делает, переломил его и успешно вот так первый раунд провел.
Но опять-таки чувствуется, вот и очень хорошо, мне кажется, то, что у Дениса нет никакой спешки, да? Спокойно работает. Ну, 12 раундов, куда торопиться? Надо все обыграть, все обдумать, навязать свою тактику, опять-таки тактику навязать. И через правую руку пробить очень хорошо левый сбоку. Вот средняя дистанция. Польский боксер чуть-чуть правую руку опускает. Видите, вот уже, неплохо. Вот это уже ближе уже поближе, да. Такой через руку легкий удар. Пробный шар такой. Денису раньше, вот я помню, там, года три назад, да, и, может, даже позже, многие специалисты пеняли, что он в защите часто по прямой уходит от своего соперника. Вот, и иногда пропускает удар вот, в такой ситуации. Интересно посмотреть, есть ли что-то изменилось у него в защитных действиях под влиянием Фредеровича. Ну, во-первых, я скажу, Денис стал чуть-чуть руки повыше держать. Смотрите, правая рука у него защищает все-таки подбородок. Вот так, очень здорово. Корпус, голова. Такой неожиданный взрыв со стороны Дениса. Вы знаете, польский боксер пропустил удар все-таки. Правой сбоку было очень хорошо, прекрасно. Он не потрясен, он немножко испуган. Испуган, но... да. Первая такая явная атака, да? Но удар был плотный, поэтому... А это уже... Это нокаут. Четкий боковой, да? Это нокаут. Левый боковой. Точно в челюсть. Рефери подзывает Каладзея. Нет. По его глазам видно, нельзя. Что бой окончен. Конечно, нельзя. Главная задача рефери – это здоровье боксера. Видите, как Денис грамотно все. Подошел. Все. И тренеры Каладзея даже никакого возмущения нет. Они понимают, что удар был тяжелый. И дальше продолжать будет. Да. Такой был выброшен пробный шар, да, до этого. Да. Потом, давайте смотрим повтор. Вот, чуть-чуть, он даже не видел удара, он чуть-чуть голову отвернул. Перед этим, видите, я сказал, польский боксер чуть-чуть приопускает правую руку. А и тот вот при этом еще голову чуть влево повернул, да? Не видел удара. Не видел совсем. Удара, и поэтому нокаут. Великолепная победа, очень яркая. Я ждал, кстати, хорошего боя, что-то скрывать. Все мы говорили еще до боя перед собой, что очень много шансов на досрочную победу у Дениса. Но что так быстро, так все это получится, даже мы не ожидали. Защита титула. Напоминаю, защита титула WBA в первом тяжелом весе. Ты моя радость. Молодец, Денис. Тебе победа. Да, разочарован мы видим, вот в углу стоит Федор Лапин, тренер польского боксера. Но не ожидал просто. Не ожидал, и вы знаете, то, о чем мы говорили еще до боя, да, что все-таки опыта встречи вот с такими боксерами уровня не хватает явно уровня Дениса Лебедева. Одержал победу нокаутом и остается чемпионом мира первым тяжелым весе WBA Lady the Challenger. Александр Загорский фиксирует официально свое в стиле победу Дениса Лебедева. Великолепная работа. Думаю, что довольны все. Игорь Мазуров вручает пояс чемпиона. Снова возвращается Денису Лебедеву. Его заслуженная награда. Все было сделано здорово. Доволен наверняка и Фредди Роуч. Вот он отошел, что-то говорит Павлу Каладзею. Ну, наверное, чтобы не расстраивался. Впереди еще есть бои. Еще соперники. Я счастлив, что могу сегодня поздравить нашего выдающегося боксера Дениса Лебедева с победой от имени Республики Крым, который в этом году вернулся на историческую родину. Вернулся благодаря вашей поддержке, благодаря всей России.
И сегодня крымчане гордятся своей страной, своей родиной, Российской Федерацией. Гордятся своим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И мы уверены, что вместе мы преодолеем все препятствия и будем побеждать наших оппонентов, как победил сегодня Денис. Я от души его поздравляю. И от партнеров Республики Крым хочу вручить ему сертификат на 500 тысяч рублей. Приглашаю Дениса дать мастер-класс в детских спортивных школах Республики Крым. От всей души, Денис. Лебедеву и приглашает его. Да, это Крым. Очень приятно. Неожиданная приятность. Это да. Очень хорошо. Что скажете вашим поклонникам, вашим болельщикам? Большое спасибо всем, что дождались. Я вернулся и буду продолжать идти через тернии к звездам. Низкий поклон всем. Уважение. Спасибо большое тем людям, которые меня взяли. Сказать все своими словами, голову просто взяли с улицы. Я приехал в город Чехов, меня поддержали очень здорово. И Подольск. Спасибо большое Старому Осколу. Старому Осколу. Меня там любят, поддерживают постоянно. Белгородской губернии моей всей привет. Сибирякам низкий поклон. Обязательно скоро приеду к братьям своим. Орел, Белгород, Брянск. Спасибо всем. Если разрешите... Я думаю, возражений не будет с вашего разрешения. Я бы хотел вот эти деньги подарить в помощь. Сегодня вы знаете, какая ситуация у нас с братьями-славянами на Украине. Куда именно, я подумаю, но я эти деньги обязательно отдам туда, в Украину. Красивый жест, Денис, красивый. Я уверен, что вы как настоящий спортсмен, настоящий боксер-профессионал уже... Скучали по бою, по боксу, и вот тот бой, который мы сегодня с вами видели, вам хватило этого времени, чтобы вспомнить те чувства? Не очень. Что дальше? Ну, есть определенные наработки. Обязательно будем придерживаться плана. Извините, забыл передать большое сказать спасибо Фредди. Вы знаете, это... The famous trainer, Фредди Роуч. Спорт вне политики, ребята. И меня встретили там как дома, в прямом смысле слова. Большое спасибо своей команде, Вадиму Корниловому, Фредди, его помощникам. Всем низкий поклон. Также спасибо, конечно, человеку, который тоже когда-то меня туда отправлял. Это Сергей Бондарь. Вот, он меня направил. Дальше я уже работаю сам. Еще раз всем низкий поклон и большое спасибо за поддержку. И спасибо, Денис, вам за ваши победы. Мы надеемся на скорую встречу снова с вами в ринге. Ваши аплодисменты Денису Лебедеву.